Итак, ребята, всем-всем-всем привет. Я продолжаю играть в Красный шар 4. Мы остановились на 9 уровне. Так. И вот эта палочка сюда. Так, и брум. Так, толкаем эту. Коробок. И пошли наваляем желтому брюху. Так, а пока звездочку соберу. Эй, здорово, как дела? Оп. Эй, хотя. Ребят, кто знает, как купить бесконечную жизнь в этой игре? Ну вот это самый сложный механизм. Я над этим голову ломал. Но мы сегодня дойдем до босса. У меня цели такие. Дойти до босса. Ну. Босс не такой сложный, как некоторым ютуберам кажется. Итак. Я рекомендую скачать всем эту игру, кто меня смотрит. Кстати, я правда вам рекомендую. Есть! Левел пройден. Так. Нет, тележечка. Так, брум-брум. Брык. Так, как дела, брателла? Так, у меня только две жизни. Да, ребят. Я понял, что я не смогу пройти до босса. А хотя, в принципе, смогу. Ох, ох-охоюшки. Этот левел очень сложный. Даже не знаю, как здесь мыть. Ладно. Блин. Ребят, ну коротенькое видео получилось. 11 левел. У нас 104 уровня. Всем пока.